А это вот полянка по лунычке. Класс. А это можно есть. Да. Ну, не хочу ничего. Не знаю, может, вечером. Видишь, что ты надела? Соломка ваша сидит. И жульен я съела. Вечер первый? Куда ты вечер первый? Не, рюкзак вышел. О, я травлю. О, Вова хотел попробовать шпинат. Это я лукточком притянул. Один из локси. Такого не бывает. Это же про последний сцен. Как ты мог лавить? Это мой а можно я бананчик закажу? Мама, расскажи, машина закрыта. Это же у нас девушка. Практически на репетиции взяла. Ой, аккуратненько. Нормально. Куда побежала? Не выходи, там машина едет. А вот это была же беременная, вот она родила одна. Я вот тогда чувствовала, что позовут в роды. Ну и она позвала. Она хочешь макароны? Астрально я ее сопровождала. Что ты тоже чувствуешь? Она вчера звонит, говорит, можно к потом машину скажу, а мандарин это домашние роды. Нет. Так она хочет себе прям пространство себе рожать? Да, ты понимаешь, ну, я ее могу пустить только если она начнет в пятницу вечером. Да. Потому что если она начнет в воскресенье, то не факт, что... Но она домой просится, ну, в дом. Ну, куда она? Ну, я разрешила. Хотя я последнее время не разрешала. Ну, все-таки мы там живем, знаешь, семья. Я говорю, а что не дома? А ну, там дети. Я говорю, у меня тут тоже дети целые 4 штуки. Ну то свои писать не. Где там? На дорогу не выходи нельзя. Ну когда будет машина шла. Нет, тут родомер. Вон туда давай иди. Там больше бабочек. Пойди посмотри, сколько там бабочек. А знаете, как далеко корова ушла? Чаек. Где? Да, оранжевый там тоже летал. Да. Ты хотел попробовать? А может еще кровати будет не хватать, так все вместе на полу спать будем? Нет, там 7 кроватей, да? Я говорила. Раз, нет. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. 9, 10, 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 10
Учим налево. Где? Там комната 7 кроватей? Там печечка, кто-то... Маш, пойдешь на печечку? Я... Можно я скажу? Может, не поместишь. Не поместишь. Она маленькая. Посмотрим, там какая-то... Она маленькая. Нет, значит, поместишь, мне... пожалуйста. Но она не такая. Мне удобно. Мне удобно. Получается. А там есть какое-то, может, не знаю, с сеном на сене спать? Я же не знаю, что может быть, забыл, что там съел. Но 7 кроватей есть. Мы еще специально взяли карематы, на всякий случай. Мы тоже взяли спальники и карематы. Спальники взяли тоже. В принципе, ничего там булочки. Булочки эти. Нам это самое начало. Аппетитно. Да я же говорила. А вам так казалось, что никто не бачил. Для садочка, садочку. Стрессовый. Без маргарина. Масло 90, 92 процента. Ого.
мама. А, так они договорились. Что ты половину домика? А, когда у тебя роды? Тютелька в тютельку на следующий ретрит. Я говорю, окей. Я говорю, усложни ситуацию, да, поехала в роддом, это будет прямо... Всем хороводам, говорю, будем роды принимать. Я там далеко не дойду. Я можу пройти специально тушить. Так, где эти люди? А это что? Это корова подскользнулась. Маша, сейчас тут поднимаем, блин! Вот так вот. И упала. Ой, бабочка. Пойдем к самому, ходим за бабушкой. Тут белая корова.